Здравствуйте, товарищи! Видите, какие у нас поздравления, да, сегодня? Централизованные и театрализованные. Ну, я вас поздравляю с Международным днем от коррупции, защиты от коррупции или защиты просто коррупции. Мы так с вами и не понимаем. Но, с другой стороны, я бы хотела сказать, что здесь очень много малого бизнеса. Вот скажите, пожалуйста, вы знаете хоть одну партию, которая вас бы защищала, кроме КПРФ? Еще раз, не слышу? Нет! Молодцы! И Единая Россия или партия власти сегодня, на сегодняшний день, выпускают законы какие? Только ограничивающие малый бизнес. Что я хотела сказать по этому поводу? Вы сегодня собрались не только как действительно дискриминация малого бизнеса. Я считаю, что его скоро из-за коррупции именно и не будет. Я вот сегодня подумала, мы с вами иногда смотрим телевизор, уже правда иногда. Вы хоть раз видели по телевизору программы, которые были бы посвящены защите малого бизнеса? Что там только нет. Нам рассказывают какие-то сказки про театральных деятелей, да, про их жизнь. Нам рассказывают сказки, даже есть там программы, которые, значит, говорят о личной жизни тоже всех артистов. Но ни разу по телевизору мы не видели защиты именно малого бизнеса и коррупции, которая есть в органах власти, которая уничтожает малый бизнес. Мы, конечно, много делаем для вас. Я знаю, что ни одна партия сегодня так не защищает ваши интересы, как КПРФ. И вы, наверное, с этим согласны? Да, согласны. Мы и дальше будем защищать ваши права, потому что мы, партия, которая за многоукладную экономику, это вы тоже знаете, это вы тоже понимаете. И даже в Советском Союзе еще в 1985 году малый бизнес тогда процветал. А сейчас его уничтожают на каждом шагу. Поэтому давайте бороться вместе. Без вас, без ваших моментов у нас ничего не выходит. Но мы очень многим сегодня уже помогли. Многие павильоны в городе, они остались существовать, а это означает, что десятки тысяч сегодня получают работу и десятки тысяч трудоустроены, потому что без трудоустройства нет жизни. Ну, с праздником вас! С днем коррупции!